Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и в этом видеоролике мы вам покажем секретные жесты на всех Android-устройствах. Для начала нам нужно их включить и настроить. Для этого переходим в настройки вашего устройства, после чего пролистываем до пункта «Система» и выбираем «Жесты». Здесь у нас есть разные жесты, о которых практически никто не знает. Они очень сильно упрощают пользование телефоном. Первый пункт — это использовать сканер отпечатка пальца для просмотра уведомлений. То есть, чтобы посмотреть, какие у нас уведомления, мы проводим вот так вот пальцем по отпечатку пальца. У меня на телефоне не подключен никакой отпечаток пальца, к сожалению, я не могу вам показать, как это работает. Но после этого у вас высветлится экран, вот так вот, и вы сможете посмотреть все уведомления. Дальше возвращаемся и переходим в пункт «Быстрый доступ к камере». Если у вас этот пункт включен, то дважды быстро нажав на кнопку питания где угодно, у вас включается камера. Например, у вас телефон вообще выключен, и вы видите что-то, что надо очень срочно сфотографировать. Вам не нужно разблокировывать его, искать камеру. Вы можете просто дважды быстро нажимать на камеру, и она включается, где бы ваш телефон ни находился. Дальше возвращаемся в настройки жестов. Отключение звука звонка. Если мы дважды нажмем на кнопки питания или одновременно, точнее, нажмем на кнопку питания и увеличение громкости, во время звонка у нас включится или выбрать режим, или без звука. Или мы сделаем, чтобы ничего не происходило. Давайте сделаем, чтобы когда нам кто-то звонит и мы делаем вот такой жест, то у нас включается вибросигнал. Дальше. Навигация по системе — это как мы будем использовать, как я, с помощью управлений и свайпов, или с помощью трех кнопок. Здесь выбирайте, как вам удобнее. Дальше поверните для отклонения вызова. Если включить эту функцию, то... Вот сейчас у меня телефон лежит вот таким вот образом, и мне кто-то позвонил. Я просто переворачиваю его экраном вниз, после чего мой телефон выбьет звонок и отклонит его. Дальше. Следующий жест, о котором мы поговорим, это возьмите для снижения громкости, это если кто-то вам звонит, и вы берете телефон в руки, то ваш телефон понимает, что вы его взяли, и уменьшает громкость звонка, чтобы не было больше так громко. Дальше. Дважды нажать по экрану, чтобы проверить уведомления. То есть у нас экран сейчас потухший, мы нажимаем дважды, он загасается, и мы можем посмотреть уведомления. Дальше. Последняя — это кнопка помощника Google. Она у меня здесь слева, я ее отключил, то есть мы нажимаем на нее и ничего не происходит. Ставим здесь галочку, нажимаем на эту кнопку. У нас включается Google помощник, который может, соответственно, нам помогать. Мы можем с помощью него включать музыку или искать что-то в поиске. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете поставить лайк и написать их в комментарии. Пока!